Всем привет, с вами NDK, и это курсы тестировщиков онлайн. И сегодня мы поговорим о том, как перехватывать трафик с помощью Burp Suite программы. И мы будем перехватывать как реквесты, которые мы посылаем, так и респонсы. То есть непосредственно то, что нам присылает сервер. Значит, для этого нам надо зайти на сайт, просто загуглите там Burp Suite, вот так она называется. Download. Community Edition вполне нормально. Я уже скачал, поэтому я этого делать сейчас не буду. То есть вам надо ввести свой e-mail и скачать ее. Я это все показываю на MacBook, но в принципе на Windows оно все так же само работает. Так, полезем в Launchpad, поищем программку Burp Suite. Значит, она тут нас встречает и со старта предлагает создать проект. Создадим просто проект, как бы, без всяких там забонов. Он так и называется temporary, то есть временный. И сделаем дефолтовые настройки, то есть стандартные настройки. Значит, зачем вообще нам это все надо? Дело в том, что иногда в целях тестирования надо посмотреть, как ведет себя программа, сайт, приложение в случае, если мы подменяем request или response, посмотреть, что происходит на клиенте. Это супер крутая программа, тут есть куча всего, но я сейчас покажу самое, так сказать, простенькое и то, что вам вполне вероятно пригодится в работе, если вы столкнетесь с подобным. Значит, вот интерфейс программы. Здесь есть разные вкладочки. Он кучу всего разного умеет. Кстати, программу используют cool хакеры, то есть хакеры там реально на Burp Suite что-то взламывают. Там можно задать, например, range каких-то чисел, и он там будет пытаться, например, там залогиниться куда-либо и будет перебирать, подбирать комбинации вариантов. Но мы это не будем делать, мы же official, то есть у нас все прозоро, так сказать, все прозрачно. Окей, зайдем в прокси. То есть суть в том, что мы будем выступать между... Мы будем как прокси-сервер, короче говоря. Мы будем выступать тем, кто будет смотреть на то, что мы отправляем и то, что мы получаем, и будем это непосредственно модифицировать. В чем удобство этого, даже не редактора, а этой программы, то, что у нее есть встроенный как бы браузер, она работает с Chromium. То есть можно настроить эти все настройки в вашем браузере, например, в Chrome, а можно просто нажать Open Browser и... То есть он уже вот написано Open Configured Browser, оно уже непосредственно откроет браузер, с которым мы сможем работать. Нажимаем кнопочку Open Browser, и оно открывает наш Chromium. Зайдем в google.com, в принципе, ничего оригинального выдумывать не будем. И сейчас попробуем что-нибудь доперехватить. Тут надо нажать кнопочку Intercept is off. То есть в этот момент оно включится, и это будет значить, что я буду как прокси-сервер видеть то, что я отправляю, и, соответственно, его модифицировать. Нажимаем давайте что-нибудь поищем, типа ASDF. Врубаем Intercept и ищем. И вот мы видим, нажимаем Forward, и оно переключает на следующий request. Вот видно, что вот я ищу ASDF. Ну, давайте поменяем на какое-то другое слово. Там, например, douchebag. Вот пока я не нажал forward, ничего не произошло. То есть я подменил этот request и нажимаю forward. И сейчас он летит дальше. Вот, видите, оно ищет уже то, что я подменил в реквесте. Клацаем. Оно еще несколько делает реквестов, посылает. Вот. Когда оно закончило подсвечиваться,
Так, что оно не заканчивается? Что-то оно ищет. Ну, короче, вырубаем интерсепт. В принципе, мы подменили request. Дело в том, что бывают разные ситуации. Бывает такое, что вы физически что-то не можете подменить, а вам надо как-то искусственно это пробовать сделать с помощью этой программы. Для этого она и существует. В принципе, очень удобная. Теперь мы подменим наш response сервера. Это еще интереснее. Так. На поиске душ по канонам выбило какие-то биографию. На number one душ по какую-то фигню. Окей. Значит. Напишем еще раз то, что мы хотим найти. Врубаем интерсепт. Поиск Google. Пошли наши реквесты. И вот тут внимание. То есть мы сейчас не меняем реквест, но мы нажимаем правую кнопочку. И нажимаем do intercept response to this request. То есть подменить response, то есть то, что к нам приходит уже от сервака. Вот это метод get, это request, а нам надо response подменить. Мы нажимаем forward, то есть мы его форвардим дальше. И вот HTML страничка, оно нам показывает то, что оно нам сейчас пришлет. И тут уже мы можем, вот, например, душпак поиск в Google, написать что-нибудь свое, например. Какого фига я ищу в Гугле? Так, что оно там еще писало? Оно писало... Так... Биография. Так, что-то у меня Mac тормозит как-то. Прям начал притормаживать. Так, еще раз. Биография. Гулико. Так, Тбилиси. Напишу что-то свое. Так. Хочу вареников с картошкой. Киев. Написали. То есть мы подменили уже response. Пока что, видите, в браузере ничего нету. И теперь я его форварджу. И... Видите, оно нам показало нашу страницу Google, но вот тут изменено то, что мы писали. Какого фига я ищу в Гугле? И вот тут вместо того, это Павлашвили, написано «Хочу вареников с картошкой». Вот так оно делается. Кстати, вот таким же образом вы иногда видели, когда какие-то фейковые скриншоты делают. Это, конечно, можно намного проще сделать через... Chrome DevTools, там подменить текст, но здесь же суть в том, что мы реально подменили response, то есть это действительно оно здесь у нас сейчас в этом браузере показывает подмененный request в первом случае и подмененный response. То есть так вот оно делается. Я напомню, что с вами был NDK, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, покупайте курс на Udemy, там сейчас акции, скидки, там очень дешево, и, конечно же, заказывайте мою книгу «Путь тестировщика» или «Как стать Junior QA». Тоже от нуля для чайников рассказываю, как войти в IT и стать Junior QA инженером. До скорых встреч, скоро новое видео. Всем пока.